Клево всем, друзья! Сегодня я на Черном море приехал половить на отводной поводок рыбку. Посмотрим, что поймаем. Первый раз в этом сезоне приехал на море на рыбалочку. И покажу вам, как и на что на отдыхе на море можно половить рыбку. Поехали! Ребят, ловить буду на тирольскую палочку. Все собирается очень просто. Самый простой монтаж для рыбалки в море. Стоит дешево, недорого, ловит всю рыбу. Начиная от бычка, кончая горбылем. Просто привязываю к основной леске, привязываю тирольскую палочку. Любым узлом, как вам нравится, как вы хотите. Совершенно не принципиально. Можете даже накинуть просто петлей, как вам удобно. Все, палочку привязал к основной леске. Теперь делаем поводок. Использовать я буду флюрик от Дунаев. Относительно цены и качества великолепный флюрик. Длина поводка мне нужен где-то до 1,5 метра. До 1,5 метра. И теперь просто один конец флюрика привязываю прямо к этому же месту тирольскую палочку, куда привязывал основную леску. То же самое привязывать можно совершенно любым узлом, как вам нравится. Нету мелочи? Походим поищем. Все, основная леска, флюрик. Все, основная леска, поводок. Теперь я использую вот такие крючки. Это восьмерки, можно использовать десятки. И просто привязываю также на другой конец поводка. И опять же, привязываю совершенно любым узлом, как вам нравится. Большое ушко. Вот что, друзья, получилось. Тирольская палочка привязана на основной леске. Длинный поводок с крючком. Цепляем насадку. Ну и начну со съедобной резины. Берри-клей. Такого кусочка. Просто на крючок. Вот так одеваю. Ну что, начинаем. Первый пошел, друзья. Что там?
Есть, ребята, что-то клюнуло, что-то есть. Есть, есть, есть. Ох, 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 как бьется. А, только не в камни, друзья. Только не в камни. Только не в камни. Давай, давай, давай. Сошло, что ли? Не пойму. Ребятки, первая была хорошая поклевка. Кто там у нас? Кто это? Маленький горбыль, друзья. Маленький-прималенький. Горбылек. Ребята, смотрите. Вот это красивая рыба. Горбыль называется. Смотрите, какой он красивый. Смотрите. Видите, какой у него ротик. Вот это настоящий горбыль. Но он маленький. Вообще малышенький. Ну какой он достойный соперник. На мой взгляд, это одна из самых сильных рыб, которые ловили. Поверьте, поднять килограммового горбуля надо умудриться. Это очень красивая, сильная рыба. Вот первая рыба этого сезона в море. И вот такой маленький горбыль. Все, не будем мучить, отпускаем его. Ну что, требуем продолжения банкета. Ту насадку с Трескова. Одеваем новенькую. И в бой. Хорошая посылистая палочка. У Саши мелкий ёршик стал поклевывать. У меня вот было две поклевки. Вторая горбулек. Маленький, но красивенький. Надеюсь, не последний. Хорошая такая поклевочка была. Вот только что вот такого красавца ёршика поймал Саня. Вот смотрите какой. Великолепный морской ёрш. Смотрите, ротик. Вот на крабика поймал. Так, может, по чуть-чуть что-то и подловим. Говорят, до 2 дня сильный дождь здесь был. Возможно, вода остыла или еще что-то, и рыба откатилась от берега. Вот такой красавец, смотрите. Колючий морской ёрш. Отпускаем рыбку. Убегай, убегай. Там не нащупал только, ты ага. Понад берегом. Понад берегом, да, взял? Не, понад берегом, не трогал. Ты сам взять нету, нахуй под берегом. То есть там есть что? Местами попадаются. Левее не нащупывал. Где-то посадки были? Вот они. Нет-нет, влетает маленький ёршик. И решили попробовать полностью перейти на ерша. Привязываю в сетник большего размера крючочек. И буду ставить более крупную насадку. С учетом, а вдруг ёршик будет поактивнее брать. Сейчас ставлю вот такой просто твистер и посмотрим, вдруг бахнет. Ну, просто вот так вот. Но вот туда кидаю, сначала там глубже, глубина. А потом раз и чувствуется, уперся в бровку или в камень и пошел миляк. Рыбка, ты где? Я прямо кинул. Вон возле турции, слышишь, упала. Главное в корабль не попасть. А то потопим. Международный скандал. Рыбаки с побережья России утопили
тирольской палочкой корабль. Давай. Горбыль был? Саша, хорошая поклевка была. Не видел. У меня тоже удара, когда сел горбылик, он сильно резко потянул. Ну есть, есть что это. Горбылик. Саша очередного тоже горбылика взял. Саня, давай показывать его. Да. Сейчас давай вытащим быстренько. Это надо, наверное, какой-то, не знаю, какой-то свет такой. Наоборот, я сейчас на фоне света. Дополнительно ты ближе подходи. Давай, подходи. Вот Саня сейчас горбульчика всадил небольшого. Смотрите, какой красавец. Смотрите, какой у него носик. Кто не видел горбуля, вот смотрите, как он в профиль. И хрюкает. Держишь, он хрюк, тык-тык стучит как бы. Смотрите, какой красавчик. Отпускаем рыбку. Ну что, первая поездка и два горбылика. Это круто. Короче, друзья, умерла у меня леска на катушке. Пошел взять другую. В этот период у Саши была мощная поклевка горбыля. И двух ёрчиков он взял. Да. Крабик, давай! Щипается, гад! Крабик. Не хочу, я боюсь. Щипается, друзья. Поймал, бегал. Вот такой маленький, хорошенький. Видите? Вот такой крабик. Хи-хи. Ущипнул меня несколько раз, пока ловил. Ути-пути. Беги. Ноги уже в море. Я здесь поспать могу. Что так? Ого! О, ребята, я это сделал. Очень крупный монстр. Просто всадил. Думал, все порвет. Во! Микроёршик. Во! Во! Вот такой колючий красавец. Покажи, сейчас. О, хороший. Будешь на бутерброд? Давай, клади. Есть. Все. Они рыбу ловить. Перекус, переобед. Нет. Тогда он корабль светится, на него не кидай. Море. Нет, в корабль только он тут не кидай. А где там? Он светится, корабль, в него не кидай. Тут чревато. О, ёршик, ребята, опять, не знаю, метров 40, друзья, метров 40 на подбросе сел, честно, даже не понял, что это, вот такой крупнейший скорпион, вот так вот, вот такой монстряк, видите, мой палец и он, во, для сравнения, так, что-то есть, ребятки, что-то есть. Кто-то всадил небольшое. Кукушку, ребята. Морской окунь, кукушка, друзья. Смотрите, какой красавец. Вот такой красивый. Смотрите. We'll be right back.
что-то клюнуло. Фиг знает откуда. Маленькая, походу, ёршик. Махонький. С мизинчик. Карась маленький. Карась? Вот тут ловко сидит, видишь? Точно, ребята, микрокарась есть. А, зеленуха. Друзья, я поймал маленькую зеленушку. Губан. Вот такая вот зеленушка. Вот такая зеленушка. Губан рыба. Вот такие вот у нее губы. Во, это уже какую по счету. А карася никак не поймаем, представляете, друзья? Даже зеленушку уже поймали. Во, рыбка губан. Такая вот красивая. Кстати, съедобная, хотя у нас считается несъедобная. Очень сладкое мясо, но в отличие от многих других рыб, костлявая. Что-то есть аж. На подъеме взяло, наверное, ёрш. Кто-то уговорил. Сдалека. На подъеме, на подрыве. Ого, ого, бьется. Ух-ух-ух. А, карась? Неужели? Карасик, друзья, походу, я все-таки это сделал. Ух-ух. Да, есть! Да какой красивый, ребятки! Есть! Я все-таки его уговорил. Вот он, морской карась. Смотрите, какой красавец. Все-таки я его уговорил. Есть! Самого-самого выброса, наверное, метров 60 взял. Вот он. Да что ты, отцепился. Вот он, друзья, такой красивый, с точечкой на хвосте. Вот это вот бывает при хорошем клеве, штук 30-40 поймать реально, таких и крупнее. Но вот сегодня рыба под берегом нету, все что, или мелкая, целая куча горбулей, все мелкие. Отпускаю карасика. Уплыл. Ну что, друзья, вот и закончилась сегодняшняя рыбалка. Вечерочка, утряночка. Отводной поводок в Черном море рулит, ловит всю рыбу. Работает отлично. Несмотря на то, что рыбалка была ну очень трудовая. Почему-то рыбы не было, куда-то отошла. Возможно, связано с погодными условиями. Тем не менее, на двоих было поймано 5 или 6 небольших горбыликов. Больше двух десятков ершей, кукушка, бычок, зеленуха и два карасика. Было еще получено множество различных поклевок. У Саши была одна мощная горбылевая поклевка. Отлично, половили, удовольствие получили, кайфанули. До новых встреч, друзья!